О, прошу прощения. Я принял вас за зомби. Вы начальник Иронс? Это я. Кто ты? Хотя можешь не отвечать, теперь это не имеет никакого значения. Тебя ждет то же, что произошло со всеми другими. Это дочка мэра. Мне приказали присматривать за ней, но я не углядел. Только взгляни на нее. А, настоящая красотка. Это просто верх совершенства. Через какой-нибудь час-другой она тоже превратится в зомби, как и все остальные. Какой-нибудь способ его остановить? Да. Либо словами, или же посредством пули в лоб, или же путем доведения ее до полной отключки. Понимаешь, я долго занимался токсикодермией. Но не больше. Прошу вас, оставьте меня одного. Подожди! Отпусти меня! Спокойно, спокойно! Я не зомби! Здесь безопасно. Леон, иди сюда. Я нашла девочку. И убрала обломки, которые заблокировали коридор. Понял. Меня зовут Клэр, а тебя? Шерри! Ты знаешь, где твои родители? Они работают на химическом предприятии на окраине города. Химический завод. А что ты здесь делаешь? Позвонила мама и сказала идти в полицейский участок, потому что дома оставаться опасно. По всей вероятности, она была права. Но оставаться слишком опасно. Лучше иди за мной. Там что-то есть. Я не знаю, что это такое. Но я видела! Это было что-то огромное! И оно преследовало меня! Что это? Это то, о чем я тебе говорила! Оно здесь! Шерри, подожди!
Начальник? Thank you.